Вот единорос Денис Штейн из Самары. 2 года назад он попался с наркотиками. Обвинили, прикупил крупную партию, чтобы перепродать. По итогу 6 лет строгача. И вот тут экс-депутат пошел куда? Да, именно в вагнеровцы. И там-то заслуженная награда таки нашла своего героя. И эта награда – смерть. Кстати, его примеру последовали уже 150 тысяч захватчиков. Новый рекорд. Вау. Все. Слушайте, ну пожалейте уже бедного Кобзона. Столько концертов он и при жизни-то не давал. И давно уже пора бы понять, кто с мечом в Украину придет, тот от меча и погибнет.